Это сестра, которая у нас посещает молодежные богослужения. Вот. И, пожалуйста, присаживайся. И в прошлое воскресенье как раз на молодежном служении Версавия у нас свидетельствовала, рассказывала о своей жизни и рассказывала об одной ситуации, даже не знаю, какие слова к ней подобрать. И вы знаете, Бог очень касался молодежь в прошлое воскресенье. И у меня возникло большое желание, чтобы Версавия сегодня поделилась этим свидетельством на общем собрании в рамках молитвы за нужды. И так вот, Версавия, рады тебя приветствовать. И сначала хотели бы спросить, я думаю, кто-то вообще знает Версавию? У кого-то есть еще знакомая Версавия, кроме этой девушки? Смотрю, ни одной поднятой руки. Вопрос, а как, откуда у тебя такое? Это твое настоящее имя или псевдоним? Да, это настоящее имя. У меня родители верующие, и, ну, когда они поженились, сестра моего папы, моя тетя, она назвала свою кошку так. И папа говорит, не смей ее так называть, у меня так будет дочку звать, Версавия. Ну, вот я первая родилась. То есть, а кошку как бы перестали называть? Нет. То есть, папин запрет не подействовал, хорошо. Вот, хорошо, такой вот вопрос. Ты сказал, что у тебя верующая семья, то есть ты родилась в верующей семье, и получается, это как с детства верующий ребенок, да? Да, я с детства верила в Бога, и Бога было очень много вот в моей жизни. Мы каждое воскресенье ходили в церковь, я видела, как папа и мама, ну, они на самом деле, они жили с Богом, они искали Божьего лица, мы постоянно молились, у нас были домашние там вечера поклонения, то есть, ну, я видела эту жизнь не только снаружи по воскресеньям, я ее видела каждый день дома. За нас постоянно молился папа, благословлял там в первый класс, еще куда-то, вот. И получается, вот с детства тебе говорили о вере, молились вместе, но стала ли вера родителей твоей личной верой? На период, когда я жила с ними, да, я ходила в церковь, да, у меня были какие-то переживания, но вот что-то оно было не то. Вот, оно больше было, как вот вера родителей, я привыкла по воскресеньям ходить в церковь, я понимаю, что Бог есть, Бог — это хорошо, Бог любит меня, но это что-то было где-то так очень далеко. Мне сказали, я в это поверила, ну, вот так. Ну, то есть, как-то внутреннего именно, как вот называется, Библия говорит, рождение свыше не произошло у тебя. Нет, не было. Вот, и получается, ты не сохранила, так скажем, веру родителей, раз она не стала твоей личной верой. Да, у меня был такой момент, когда я уехала в колледж, я первый курс, я ходила также в церковь, тоже на все собрания среди недели. Но потом что-то пошло не так, вот, и я ушла в мир. Так потихоньку, постепенно, это не резко было. Позволила одно, позволила другое, понравилось все. И наступил такой момент в моей жизни, когда я на третьем курсе я вообще перестала в церковь ходить. Вот. Почему это было? Мне было стыдно. Я понимала, что это плохо, то, как я живу, и я не ходила на собрания, я не могла прийти перед Богом. Вот. И получается, после этого у тебя как раз вскоре произошло одно событие, да, о котором сегодня хотели рассказать. Да. Знаете, но несмотря на все то, у меня внутри постоянно было понимание, что Бог любит меня. Я это знала, и на втором курсе был такой момент, что, ну, я начала грешить. Я приехала домой и перед мамой раскаялась и говорю: «Мам, я хочу убежать от этого». И я как в виде побега решила принять крещение, потому что я понимала, что Бог мне нужен, что без Него приходит пустота в жизни. И я принимаю крещение, но это было на самом деле как побег. То есть я думала, я приму крещение, и тут на меня какая-то мантра нападет, и все, и весь грех будет мимо меня проходить, и я такая святая буду ходить с Богом. Но не тут было, я на следующий день уехала в колледж, и меня хватило буквально на 2 дня того, как я читала слово, и потом грех стал опять пробираться в мою жизнь, и
У меня не было сил противостоять. Ну, я не хотела, не знаю, как это объяснить. И на момент, когда я потом перестала на третьем курсе ходить в церковь, сентября, в декабре, в первых числах декабря меня сбила машина. Меня сбила машина, и, ну, знаете, что самое страшное? У меня даже мысли не промелькнуло, что я могла умереть. Что я могла умереть, и надо как-то менять свою жизнь. Ну, прям кардинально, через силу. Вот. Меня сбивает машина, я звоню папе. И потом мне звонит мама и говорит: «Версавия, это было предупреждение. Возьми Библию, почитай, помолись Богу». Вот. Я без задней мысли, мне было, знаете, мне было стыдно. На самом деле меня настолько вот это самоосуждение съедало, что я не могла открыть Библию. Но мне казалось, все, я прям там же как открою, так и умру. Потому что я знала, что Библия — это живое слово. Вот. И единственное, меня сбила машина, я отряхнулась, сказала: «Бог, спасибо». Я в жизни так холодно не молилась. Потом узнаю, что автобус с детьми тоже попал в аварию. У меня просто истерика. Я в истерике звоню маме, говорю: «Мама, вот как родители, как они переживают». Мама говорит: «Давай помолимся, молись». А я даже, ну, молитву произнести не могу. Я не могу, я просто, я не знаю, почему. Я не могу. Я говорю: «Мам, помолись ты». Ну, и в конце я сказала: «Аминь». Вот. И это было не самое страшное в моей жизни. Но, знаете, на самом деле Бог Он любит. И Бог Он верный. И когда Он видит, что ты пытаешься убежать оттуда, когда Он видит твое искреннее желание на самом деле вот найти его, хотя я пыталась, я думала, знаете как, я написала список правильной Версавии. И я написала тех вещей, от которых я откажусь, вот что я делать не буду, и думаю, не буду этого делать, и потом в церковь приду на собрание, и все будет хорошо. Но я сама пыталась с этим бороться, у меня не получалось, честно. И это было неправильно. Я сейчас понимаю, что я не так делала. Я понимаю, что в первую очередь надо было грязной такой, вот такая, какая я есть, прийти перед Богом, упасть на колени и раскаяться во всем. Но что-то мне не давало этого сделать. И через 10 дней после того, как меня сбила машина, за мной приезжает папа, чтобы забрать меня домой. И когда он встречается со мной, он потом звонит маме и говорит: «Оксана, это было предупреждение». А мама папе этого не говорила, ну, потому что думала, что папа скажет: «Вот дурная мать, типа, что ты говоришь?» Он увидел меня и сказал: «Это было предупреждение». А я, вы не поверите, я так боялась встречи с родителями, потому что я понимала, что они любят Бога, они живут с Богом. И им стоит только на меня посмотреть в глаза, они все увидят. Ну, это и произошло. Мне потом мама это все рассказывала. И мы садимся в машину. С нами было еще два молодых парня. И мы выезжаем из Ханты-Мансийска. На 10-м километре мы попадаем в аварию. Погибает 2 человека. Молодой парень и мой отец. И я при смерти была. Через полчаса приезжает скорая помощь за мной. А нет, через полчаса уже после того, как случилась авария, я уже лежала на операционном столе. И врачи говорили все. Ну, они говорят, мне давали 9 дней комы, и говорили, что если я, ну, в 9 дней эти не приду в себя, ну, у меня что-то из органов не заработает, то все, меня отключают от аппаратов. Ну, смысла просто нет. И тебе даже предлагали твоей маме, чтобы пораньше даже отключить тебе. Да, да. У моей мамы еще 3 детей. Вот. И, считайте, она потеряла мужа. И они говорят: давайте ее отключим от аппаратов. Потому что если она останется жива, она будет овощ. Зачем вам овощ? Он вам только в тягость будет. Моя мама: нет, она до последнего. Нет, нет. И в 9-й день я
Что до этого было? То есть, получается, твоей маме сказали, тебя ввели в искусственную кому, да? Кто не знает, что есть обычная кома, когда человек попадает и может годами лежать. А есть именно искусственная, когда человек уже, он просто не может перенести последствия аварии. Его в искусственную вводят, потому что если ее не вести, просто человек от боли может умереть. И уже практически сразу врачи сказали, что нужно отключать, потому что никакие органы не работают, потому что были очень-очень-очень серьезные повреждения. И что вот за эти 9 дней происходило? То есть... Бог не оставлял меня, честно. Вот даже в момент аварии Он меня не оставил. Потому что через полчаса они говорят, мы не знаем, как это произошло. По городу скорая ехала, потом 10 километров от города. Через полчаса после произошедшего ты лежала на операционном столе. Это первое чудо. Потом 9 дней я лежала в коме. За меня приходили братья и сестры, на коленях молились. Знаете, для меня вот на самом деле жена Веры для меня сейчас – это моя мама. Знаете, вот потерять мужа, дочь при смерти, у тебя еще трое детей в другом городе, а ты вцепилась за Бога. Ты не впадаешь в истерики, ты вцепилась за Бога, и она молилась просто день и ночь. И перед тем, как зайти ко мне в реанимацию потом, она 7 дней обходила больницу, 7 раз обходила больницу, молилась в это время за меня, и потом только заходила. И на самом деле, то, какой вы меня сейчас видите, это слава Божья, честно. Врачи просто вот так, у них руки трясутся, они на меня смотрят, говорят, ты такая красивая. Ты такая сейчас красивая. У нас даже есть фотография, да, после больницы. Да, какая была после аварии. Вот. Это 35 дней после аварии. Да. Ты говоришь, у тебя очень была тяжелая авария, что практически один глаз был шанс потерять, он выпал, да, что у тебя пришлось ставить в Версавии в голове титановые пластины, потому что очень сильно пострадал череп, и просто многие кости приходилось убирать и заменять. Ну и многие-многие другие. Очень-очень серьезная была авария. То есть здесь на самом деле очень было мало шансов для того, чтобы выжить. У меня таз, ребра срослись в коме. Врачи говорят, мы этого объяснить не можем. Я говорю, я знаю, со мной был мой Бог. И знаете, что вот, извините, я чуть-чуть сбилась, вот эти 9 дней комы, на 8-й день, ну мама держалась, она молилась за меня. На 8-й день в церкви было вечером молитвенное. И она приходит, ну вот представьте женщину, вот здесь много женщин, мам. Она приходит, она просто падает на колени в отчаянии. Она плачет, она говорит, Бог, я ее люблю. Это моя дочь, я ее родила. Я не могу ее потерять, не забирай ее, пожалуйста, у меня. И вы не поверите, она говорит, я так четко слышу мысль, как будто это голос. Она говорит, ну и этот голос говорит, ты думаешь, я люблю ее меньше, чем ты? Ты думаешь, я забочусь о ней меньше, чем ты? Я люблю ее больше, чем ты, и забочусь о ней больше, чем ты. И мама в этот момент, она доверила меня Богу. Она говорит, и с того момента я не переживала вообще ни за что. До этого момента она переживала. И она молилась, но она переживала. Но на самом деле был страх, был. Но в тот момент она доверилась, и на следующее утро она звонит в клинику, как обычно. И вместо состояния стабильное, тяжелое, она услышала, все, мы ее оперируем, у нее заработало пищеварение. Все. И это, да, это чудо, это чудо. Да, для тех, кто, может быть... Для тех, кто, может быть, не знает, то есть когда человека вводят в искусственную кому, то когда уже решают отключать его или оперировать, то есть любая функция в организме должна начать работать. То есть у Версавии за 9 дней вообще в организме ничего не работало, и только через 9 дней начало пищеварение. И тогда они поняли, что шансы есть, и приступили к операции. И вот что было после? После этого... Ну, все, меня прооперировали, потом меня отвезли в реанимацию. Знаете, вот еще одно чудо, я не знаю почему. Когда я очнулась в больнице, у меня просто переполняло состояние счастья, состояние радости. Я на самом деле была такая счастливая, я видела всех врачей. Я еще не понимала, что произошло. Я видела всех врачей, я улыбалась, я им махала. И
в определенный момент, когда я еще не могла разговаривать, мама тоже как-то звонила медсестрам, и они под телефоном сказали: «А вы знаете, она сегодня утром пела песню «Тихая ночь». А мне мама приходила, она мне пела песню, либо читала Библию». Вот. И мы с ней жестами разговаривали, и как-то я тоже утром... Приходят медсестры, и я пою песню, навываю только. И вот это неопределенное состояние радости и счастья, оно настолько вот переполняло меня, что, знаете, на тот момент, когда мне мама показала мою внешность, когда она мне рассказала об отце, я это перенесла, я это пережила. Объясню вам, что для меня отец — это было для меня все. Я была папина дочка, и он был для меня примером всего. Он был для меня примером отца, во-первых, любящего, который любит своих детей. Он у нас души просто не чаял. Он был для меня пример мужчины, который любит женщину. И я видела, как он любит Бога. Знаете, часто вот думала, кто он из библейских героев, на кого он мне похож. И я поняла, что на Давида. Да, у него были какие-то падения в жизни, но то сердце, которое вот было у него по отношению к Богу, ну, это было видно сразу. И если бы я в этот момент не была в машине, я бы не пережила этого, честно. Я бы покончила суицидом. Если бы в тот момент я оказалась без Бога, Бог не был бы со мной, я бы не вцепилась за Него, я бы тоже закончила суицидом. У меня причин было много. Я потеряла самое дорогое, что у меня есть на этой земле, отца. Я потеряла внешность, как девушка. Это страшно, но когда, знаете, в момент аварии ты понимаешь, когда мне мама все рассказала, знаете, что я ясно увидела, что в момент аварии Бог меня взял в свои руки, Бог Отец взял меня в свои руки, Дух Святой, Он просто подарил мне эту радость. А Иисус Христос с креста, просто вот крест стоит передо мной, Иисус Христос, Он мне говорит: «Я умираю за тебя, и я даю тебе жизнь», как в прямом значении, так и в переносном. У меня такое чувство, до этого я не жила, честно. Да, у меня был отец, у меня была шикарная семья, да, было все. Но то, что я сейчас обрела, знаете, многие люди говорят, что: «Как ты это пережила? Боже, это так страшно!» Я говорю: «Нет, слава Богу, что это было в моей жизни. Бог взял меня и вырвал». Я еще тоже думала, как описать все то, что произошло. И я получила такое местописание: «До ревности любит Дух, живущий в нас». Внутри у меня было вот... Я понимала, я хотела узнать Бога. Я хотела прийти к Нему, но я не могла из-за своих желаний, из-за своей плоти. Я не могла ее в свое время укротить, я не могла помолиться. И Бог увидел мою нужду, которая исходит изнутри, из самого сердца. Он видел мое сердце. Он видел мое сердце, и Он просто вот вырвал меня. Знаете, когда мне мама показала эту фотографию, это первая фотография, когда она меня сфотографировала, я говорю: «Мам, покажи мне себя». А она вообще все отражение всегда закрывала от меня, чтобы я себя не увидела. Она так этого боялась. И потом, когда она мне показывает фотографию, она говорит: «Версавия, у тебя сильное повреждение». Все, сначала объяснила, показывает фотку, и вы не представляете, какая у меня была реакция. Я начала смеяться. Я говорю: «Мама, я пацан, ты понимаешь, я мальчик, как такое возможно?» Ты бритая была, потому что, да? А? Бритая была. Да, я была лысая, у меня было много шрамов. Я говорю: «Мама, почему шрамы мужчин только украшают? Если бы они украшали женщин, я была бы самой красивой девочкой». Настолько вот, знаете, вот Бог, Он подарил другое понимание всего. Честно, я сейчас себя вообще не стесняюсь. Я не стесняюсь. Бог, Он меняет мою внешность, да. Но я себя даже в тот момент я не стеснялась. Потому что, когда приходит Господь в твою жизнь, когда приходит живой Бог в твою жизнь, все эти вещи, они становятся настолько второстепенные. Внешность, какие-то обстоятельства, потери близких людей, любые потери, которые ты переживаешь в своей жизни, они становятся настолько второстепенными.
И внутри тебя просто вот у тебя есть самое ценное. У тебя есть то, что тебя никогда не оставит, никогда не покинет. Та личность, которая тебя бесконечно любит. Больше, чем твой отец, больше, чем кто-либо на этой земле. И на самом деле это очень ценно. Я хочу этим поделиться с вами. И самое главное, чтобы я вам хотела сказать, чтобы вы искали его. Чтобы вы искали на самом деле. И он увидит ваше желание. Он увидит вашу жажду, и он вам ответит. Кто ищет, тот найдет. Стучите, и отворят. И знаете, просто, да, это будет не так в вашей жизни, как у меня. Это будет не так. Но я благодарна Богу за то, как было у меня. Честно. И у моего отца со здоровьем были проблемы, я понимаю. Просто пришло его время. Ему было тяжело на самом деле на этой земле. Моя мама на его смерть, она сказала, разрешился. Хотя она его очень сильно любила. И знаете, он до сих пор в нашей семье, он не умер. Мы часто вспоминаем его, мы смотрим наши вообще фотографии. Потому что мы знаем, что будет тот момент, когда мы все вместе встретимся. Когда мы соединимся. И мы будем на небесах прославлять нашего Господа. И пока мы пребываем в Господе, мы все пребываем друг с другом. И я знаю, что отец, он счастлив, он рад. Да, он очень опечален, что оставил нас. Ему там хорошо. И он знает, что если, да, таким путем, но я сейчас с Господом. Мы настолько любили с папой друг друга, что он бы не пережил того, что со мной произошло. Вот этой моей внешности всего он бы не пережил. Я бы тоже не пережила. Поэтому Бог все совершенно усмотрел. И я сейчас, я счастливая, честно. Я могу сказать, что я счастливая. А что определяет мое счастье, это наличие Бога в моей жизни. Многие мои друзья сейчас говорят, ты так часто говоришь «Бог», там, ты так часто там говоришь «Слава Богу». Там. Я говорю, да, да. Они говорят, нам уши как-то режет. Я говорю, ну пусть режет, пусть режет. Это слава Богу, и я буду ее воздавать Ему. Ну, знаете, много ситуаций после аварии произошло. Я потеряла друзей, я потеряла людей, которые мне были дороги. Но на самом деле, и на самом деле, как человек, я скучала по ним. Я не понимала, почему так происходит. Но это не определяет мое счастье. Это не определяет, потому что на самом деле сейчас я готова потерять все в своей жизни. Все. Самых дорогих мне людей, свою жизнь, буквально все, не знаю, учебу, внешность, здоровье, все. Но когда вот у тебя есть та надежда, вот когда Иисус с креста говорит тебе не 2000 лет назад, а прямо сейчас и в твою жизнь, и в твое сердце Он говорит, я люблю тебя, я умираю за тебя, и я люблю тебя больше, чем твоя мама, и забочусь о тебе больше, чем твоя мама. И тогда приходит в твою жизнь радость, полнота, счастье. Спасибо большое, Версавия, за твое свидетельство. Я хочу сейчас предложить, чтобы мы все вместе с вами встали. И чтобы Версавия сейчас помолилась. Можешь просто помолиться вот за тех людей, кто, может быть, пережил утрату. Или, может быть, даже она давно была, но до сих пор в вашем сердце боль находится. Вы до сих пор не можете пройти через эту боль, через утрату, через эти обстоятельства. Я прошу тебя, чтобы ты повела в молитве, чтобы Господь касался, чтобы происходило внутреннее исцеление от всякой боли. Поведи, пожалуйста, вот нас в молитве. Дорогой Отец, мы приходим к Тебе сегодня, Господь. Твои дети, которые немощные, у которых внутри тоска, Господь, боль, у которых разбитые сердца, Господь, они одиноки. Дорогой Отец, ну Ты великий, Господь, Ты Бог любящий. Дорогой Отец, коснись, наполни, заполни ту пустоту, Господь. Дай нам ту жажду по Тебе, Господь. Ибо Ты влагаешь желание и хотение, Господь. Вложи это в наши сердца, Господь, чтобы мы искали Твоего лица, чтобы мы искали Тебя, чтобы мы знали Тебя, Господь, кто Ты, Господь. Чтобы когда мы пришли на небеса, Ты не сказал нам, я не знаю их. Прибудь в нас и среди нас, Господь. Прибудь в жизни каждого из нас, Господь. Чтобы мы видели Тебя, чтобы мы видели Твою славу в нашей жизни. Твою любовь, Господь, открой нам на это глаза, Господь.
чтобы мы видели Твою милость и благодать, которую каждый день Ты посылаешь нам. Отец, за все Тебе слава и благодарность. Мы благодарны Тебе, Господь. Господь, мы также поднимаем все нужды, которые записаны в этом конверте. Господь, мы просим Тебя, чтобы каждая нужда не оказалась бы безучастной, Господи. Мы просим Тебя, чтобы Ты отвечал, Господи, на каждое желание, Господи, на каждую боль в сердце. Просим Тебя, Господи, если кто-то сейчас болен, коснись его, исцели, если кто-то находится прямо в зале или смотрит онлайн. Мы верим, как сказала Версавия, что Твоя исцеляющая сила, она также и сегодня действует, как и 2000 лет назад. Мы молим Тебя, Господи, также за душевную боль. Если, может быть, кто-то сейчас переживает трудности в семейной жизни, в отношениях между мужьями и женами, между родителями и детьми, может быть, между родственниками или друзьями. Господи, мы просим также Тебя, чтобы Твоя исцеляющая любовь касалось семьи, касалось бы любых взаимоотношений во имя Иисуса Христа, чтобы там, где есть боль, там, где есть ссоры или огорчения, приходило бы полное исцеление во имя Иисуса Христа. Мы, Господь, верим, что Ты наш обеспечитель. Если кто-то нуждается в финансах, у кого-то нет жилья, кому-то, может быть, задерживают зарплату на работе, Господи, мы просим, чтобы Ты восполнил всякую финансовую нужду. Кому нужно, Господи, благослови жильем. У кого большие долги, Господи, благослови, усмотри, как их вернуть, Господи. Благослови, Господи, всем финансами, чем только необходимо во имя Иисуса Христа, Господи. Мы молимся за всех наших близких, Господи, родных. Мы молимся, Господи, за нашу церковь, за пастора, Господи. Мы просим Тебя, чтобы Твоя ограда и защита всегда пребывала над нашей церковью во имя Иисуса Христа. Мы также, Господи, благословляем нашу страну. Мы благословляем власти, чтобы нам жилось тихо и спокойно. Боже, благослови во имя Иисуса Христа нашу страну, наш город, нашу церковь. Да будет Тебе вся слава, вся честь и вся хвала. Давайте в конце прославим Господа за Его чудеса, за Его милость, за Его любовь. И, конечно же, Версавия, большое спасибо Тебе за то, что Бог даровал Тебе смелости так легко и свободно говорить о, на самом деле, такой тяжелой истории. Давайте поблагодарим еще раз Версавия. Спасибо.